Родители усыновили лучшего друга своего сына. Многодетная семья решила забрать из интерната соседского ребенка, с которым подружился их родной сын. 15-летний Саша и 13-летний Данил познакомились, когда Амировы переехали из Уфы в маленькое село Колтыманово. Соседский мальчик, родители которого в поселке считали неблагополучными, стал часто приходить в большой дом дружного семейства. Подростки продолжали бы дружить, но однажды Саша зашел к соседям и попросил отвезти его в интернат. Мальчик рассказал, что его мать лишили родительских прав, и у нее нет денег даже на то, чтобы доставить его в детский дом. Сначала соседи стали забирать Сашу из интерната на каникулы, а потом так привязались к ребенку, что решили взять мальчика в свою семью. В период каникул родители Амировы стали чаще забирать мальчика к себе в семью. И, соответственно, они привязались к нему. У них отношения становились уже более теплые. И на семейном совете они приняли решение принять Александра к себе в семью уже на постоянное, как говорится, место жительства. Сейчас Саша счастливо живет в своей новой семье. У него даже появилась страсть к технике, и родители Амировы начали откладывать деньги из семейного бюджета, чтобы мальчик мог получить хорошее образование. Приемные мама с папой возлагают у него большие надежды и с радостью говорят о том, что скоро ему предстоит стать студентом технического вуза.